Здравствуйте! Вас приветствует группа компаний CS Medica, эксклюзивный дистрибьютор японского бренда Amron на территории России. Сегодня мы представляем видеоинструкцию о том, как пользоваться тонометром Amron на запястье модели RS1. С помощью новинки модельного ряда запястных тонометров Amron вы сможете легко и просто в любом удобном для вас месте измерить уровень артериального давления. Все, что для этого нужно, извлечь тонометр из коробки, установить манжету на запястье и нажать одну клавишу. Из преимуществ новой модели стоит отметить его легкость, компактность. Тонометр выполнен из специального пластика, а также теперь можно измерять давление, не прикладывая руку в область сердца. Это достаточно удобно. Тонометр Amron RS1 на запястье оснащен системой интеллектуального измерения IntelliSense. Это гарантирует вам точность результата во время измерения. В списке функций этого прибора также необходимые индикаторы. Индикатор сердцебиения, индикатор правильной фиксации манжеты, индикатор излишней свободной фиксации манжеты, индикатор памяти. Если проявляется аритмия, об этом тоже сообщит специальный сигнал. Также прибор оснащен индикатором низкого уровня заряда элемента питания, индикатор разряженного элемента питания и индикатор декомпрессии. Этот удобный и легкий прибор позволит вам не только измерить артериальное давление, но и частоту пульса, а также посмотреть в дневнике памяти результаты предыдущих измерений. Отличная новость для любителей высоких технологий. Модель Amron RS1 синхронизируется с приложением для мобильных телефонов Amron Connect. Такой прибор вы можете взять с собой в деловую поездку или путешествие. Он легко умещается в небольшой сумке. Используйте приборы Amron для контроля за своим самочувствием.